Богдана Ильинична Щербакова в прошлом чемпионка Украины по спортивной гимнастике. Ушла из большого спорта из-за тяжелой травмы коленного сустава. Она и ее супруг посвятили десятилетия для того, чтобы найти эффективный способ помочь себе и людям. Их авторская методика в буквальном смысле поставила на ноги десятки тысяч человек. В течение 30 лет такую помощь можно было получить только в областной поликлинике. По многочисленным просьбам пациентов, врачи Щербаковы открыли несколько медицинских центров в Одессе и других городах Украины. Сегодня Богдана Ильинична Щербакова – заслуженный врач Украины и руководитель сети медицинских центров «СПАС». Она продолжает консультировать пациентов и исцелять недуг даже тогда, когда уже практически нет надежд. В медицинском центре «СПАС» применяется уникальная авторская методика безболезненного лечения суставов и позвоночника. Курс лечения подбирается и назначается строго индивидуально. Это может быть магнито- и озонотерапия, авторские вытяжные аппараты, диета, комплексы упражнений, фитотерапия и многое другое. Здесь настолько бережный профессиональный подход, что возможно лечение даже беременных женщин, для которых разработан специальный курс. Порой сюда обращаются люди, которые перепробовали уже все методы лечения, побывали у десятков врачей и народных целителей, потеряли всякую надежду на выздоровление. После курса лечения в медицинском центре «СПАС» результат просто фантастический. Снимается воспалительный процесс, проходит боль, наращивается хрящевая ткань и восстанавливается нормальное состояние суставов. Здесь помогает повернуть время назад и полностью забыть про болезни суставов и позвоночника. Артроз, остеохондроз, артрит, межпозвоночная грыжа – вот далеко не полный список заболеваний, с которыми успешно справляются. Заслуженный врач Украины, ревматолог-артролог Богдана Щербакова подтверждает, сегодня этот недуг можно победить. Спас меня спас. Медичний центр «СПАС» знаходиться за адресами: вулиця Заболотного, 32, обласна поліклініка, кабінет 613, проспект Академіка Глушка, 11Г, телефон 799-50-50.